это закрытый, да, показ? Это показ дальневосточных дизайнеров, в принципе, уже, наверное, российских дизайнеров, не только дальневосточный. Участвуют Москва, Санкт-Петербург, филиалы. Большое количество крутых дизайнеров, которые вот-вот недавно только начали шить свою одежду, и им хочется показать всем, какие они крутые, насколько они модные, стильные. Встречайте на подиуме показ от бренда Dress Code. У нас на показе сегодня модные коллекции 6 брендов от Хабаровска до Москвы. Получается, проект «Русский сезон» расширяется, правильно я понимаю? Да, конечно. Проект благотворительный, он для моделей совершенно бесплатный. Мы отбираем модели по кастингу. Позировку поменяли. Раз, два, три. Раз, два, три. Зубы показали. Могли не заметить, что вы как постановщик обладаете такими вокальными данными. Это, я так понимаю, очень важно. На самом деле нет. У всех подход абсолютно разный. Кто-то есть очень тихий, и дети их слушают. Но так как я сама по себе очень громкоголосая. Командир. Да, я командир, поэтому я люблю покомандовать. Отбор моделей был жесткий, 150 прошли лишь 50, доказав свой профессионализм. Мы уже долго ходим и показываем эти все бренды. Вот. И то есть мы рады тому, что мы показываем. Вы только перед выходом там, может быть, нервничаете? Да, мы, модели, всегда нервничаем, но на подиуме нам нельзя это показывать. Это же не такое ничего прям страшное, но просто пройдешься красиво, покажешь одежду и все. Дизайнеров приглашаем максимально всех, то есть каждый проект мы стараемся обновлять дизайнеров. В сегодняшний день у нас приехали дизайнеры из разных городов Дальнего Востока. Вы у нас живете и творите в замечательном городе Биробиджане. Рассказывайте, какую коллекцию вы сегодня привезли к нам на русские сезоны? Коллекцию привезла детских и вечернее платье, взрослое. Только начинаем, как бы, только-только вот вышла как бы на показы с модельными агентствами. Могу не задать такой немножко каверзный вопрос, а вам какая выгода от этого? А нам не надо выгоды, мы просто хотим продвинуть наши вот бренды, потому что очень обидно, что у нас на самом деле в Хабаровске так все мало, да, продвижухи, продвижения вот таких вот новых брендов. Вот они поучаствовали в показе, что дальше? У них остается очень много фотографий от нас, очень много видео. У них остается очень много потенциальных клиентов, да, которые у нас сейчас присутствуют. Пришли сегодня поддержать свою маленькую юную модель. Да, все верно. Первый показ или нет? Нет, не первый. Ну, как впечатление, как сегодня малышка показалась? Понравилось, было классно, много классных коллекций. Какая больше всего понравилась? Наверное, там, где дочка выступала. Конечно. С детьми было очень мило. Вот так под музыку из-под пульта диджея проходка русских сезонов вот-вот завершится. Для Хабаровска это уже 4-й показ. За все время существования проекта на подиумах большого города представили модные коллекции более 20 отечественных брендов. Полина Харечко, Андрей Авдеев, «Большой город».